Ребята, всем привет! С вами Роман Шкудер, компания First Life. Сегодня у нас очередной обзор рынка криптовалют. И значит, давайте мы начнем сразу к делу. По битку красиво цена прошла вниз. Не могли мы пойти дальше пока что. Но я думаю, что все-таки мы увидим зону 35-38 тысяч после отката. Здесь у нас даже был перелом, если я не ошибаюсь, да? Да, даже был, но не на всех биржах он был. Здесь был перелом, это хорошо, собрали, значит, стопы. Сейчас некая идет консолидация. Я думаю, что мы пойдем дальше наверх тестировать или обновлять вот эти хаи. Но это лично мое мнение. Может быть что-то другое, но выглядит так, что собрали ликвидность, вынесли всех по стопам, и есть теперь энергия идти дальше вверх. Поэтому биток я пока бы рассматривал на лонг, если кто хочет, можете рассмотреть. Но стоп, конечно, сюда далеко будет, если брать, потому что это порядка $1500 стоп, это многовато. Можно поставить вот сюда, например, или дождаться еще одного снижения и там взять. Ну, то есть я рассматриваю в ближайшее время поход наверх, но до этого еще может быть движение и вниз, некое маленькое, да. Значит, что по Аде у нас? Ада у нас протестировала также вот эти вот уровни. Не достали мы до вот этого лоя. Потом есть вероятность еще снижения в зону 0.24 и с последующим ростом к 0.29-0.32. Ничего здесь, в принципе, не поменялось. Также остались у нас уровни прежние. Поэтому сейчас вот рассматривал бы отскок наверх, но возможно еще какое-то небольшое вот снижение здесь. Надо смотреть вот поменьше таймфреймы и глянуть, что здесь. Ну, можно как бы сюда поставить, но это пока такой себе момент. То есть привязаться вот можно к 0.24.9, 0.24.8 вот сюда. А вот здесь это будет немножечко там в воздухе вход. Значит, по BNB. BNB, кстати, пробил 220. Что удивительно, да, и теперь нас ждет там зона 180, если пробьют 180, там дальше пустота и может лететь вплоть до $100, то есть вот сейчас он пробил, даже протестировал, была точка, но посмотрим, если сумеет выкупить, может быть хороший сигнал на лонг, такой ложный пробой комбинации свечей, формация, да, и обратно, и может быть очень хорошее движение. Если смогут выйти обратно, если не смогут, то дальше нас ждет $180, следующая такая локальная цель. Ну, порядка $30 вниз, то есть где-то там 15%. Дот у нас тут стоял ниже 4.96501, вот даже вот эта вот точка, пошел вниз, почти дошел до вот этого предыдущего лоу в зоне 4.2-4.3. И вот сейчас вот тоже формирует неплохую точку входа, можно рассмотреть где-то 4.36 со стопом 4.28. Это вообще будет очень круто такое вот сделать. И вот за этот вот лоу поставить. Я думаю, что не должны перебивать, но, конечно, может быть все, учитывая, что мы падали с 5.7 до 4 до без откатов, есть шансы на какой-то хотя бы технический отскок наверх. То есть дот мне нравится на лонг, и неделька такая, уже собирали тут очень много. Хотя не исключено, что могут сходить еще вот тут эту ликвидность забрать, вот это вот находится в 4.2, там хвостом одним днем, и потом уже пойти. Такое возможно. Ну, это тоже, если такое случается, у нас всегда есть ограниченный риск, мы можем просто поставить стоп и все. По эфиру. Ну, по эфиру у нас ситуация, я бы еще вот эту вот зону отметил, кстати, очень неплохо, вот здесь вот. 1814 вот стоит, это пробили, и вот это вот, видите, вот сейчас тоже был ретест вот этой вот зоны, 1491, и вот пытается поставить, но обычно после такого движения как раз оно стоит несколько дней, и потом идет уже движение, такое бывает, возможно со срывом вот этого еще раз, топовый где-то сюда могут еще дать, главное, чтобы не перебивали вот этот лоу, чтобы не шли дальше вниз, если пойдут, то может быть, конечно, не очень хорошо, нас может ожидать и снижение там зон 1200, но пока что эфир тоже неплохо смотрится, отстоялся, ну вышел правда вниз, но прошел уже достаточно много, нижняя граница вот это вот, и есть шансы похода наверх теперь, тоже нужно рассматривать, я бы смотрел где-то на лонг, на покупку. Вот у нас по лайткоину очень много прошли вниз, был халвинг уже, да, там, ну он, да, он был вот в этом самом, в августе, и у нас уже там в конце июня прошло финальное движение наверх, потом спустили обратно, стали под уровнем 102 и пошли дальше вниз, дошли до 81, не закреплялись нормально.
Поджимали вниз, пробили, дальше пробили 71 и вот дошли до 65. Очень много он упал, можно рассмотреть. Правда, он уже отскочил, я бы смотрел где-то вот отсюда. 64 плюс-минус и вот стоп где-то там можно было вот сюда поставить за 62. Это будет неплохо. Хотя может и от этой точки пойти, то сейчас зависит такой он. В принципе, не очень прям слабый, много упал. S&P-шка откатилась, была 4600. Мы об этом уровне говорили еще раньше. Вот он здесь был, 4600. Там 30. Вот его достали, чуть перебили обратно. Ну, его сейчас опять вот сходили. Очень хорошо он охладился, рынок. Вот эту вот точку сейчас стали, и вот начинает расти. Теперь можно пойти дальше. Может сходить, я думаю, что мы все равно пойдем тести 4800, рано или поздно. Он должен туда сходить еще, а потом будем смотреть. Solana дошла до 20, вот у нас такие хвосты неплохие. Я даже был, заходил уже в позицию, вот где-то вот здесь я брал, и получается стоп сюда стоял, достали по стопу вчера. Сейчас обратно, но пока не лезу, ребята, пока не лезу в позицию, пока понаблюдаю. Наблюдаю, что будет дальше происходить, потому что пока, ну, такое, на себя намного больше росла и может еще сходить, например, на там 18 или 19, вот в эту зону, вот там уже будем смотреть, либо чтобы вот это сорвали этот уровень в моменте, да, потом вернулись обратно, и у нас будет тогда такой ложняк, можно будет рассмотреть на продолжение роста. Пока что я сюда не хочу больше заходить, хотя может оно и пойти, но я пока не рискую, я понаблюдаю, постою в сторонке, никуда не спешу, все нормально. Значит, по TRX я пока не понимаю, что здесь происходит, честно. Сходили наверх, откатились. Ну, как бы вроде бы смотрится, ну, такое что-то. Я пока что-то, мне он не нравится, если честно. Есть поинтереснее монета. Ну, по локальному тренду двигается. Ну, как-то он такой дерган. Тут стояли вниз, всех сорвали, опять тут что-то стоит. Я пока сюда бы не лез. Monero сходила хорошо, кстати. Тут же я думал, что пойдет выше. Вот здесь вот такая зона была, но тут что-то пилили. И все-таки сходили вниз, да, потом развернулись. Но Monero смотрится очень круто. То есть сильнее рынка и так далее. Видите, опять набирают и тянут эту монету наверх. Может она пойти и дальше. То есть на недельке такое накопление. Да, между 169 и 124, вот такой у нас диапазон, стоит очень хорошо. Кстати, может пойти дальше Monero, хотя нужна точка входа, пока уже сходили, я уже не вижу. Ripple, кстати, вернулся, был обратно, все ждали, что уже все, пойдет в небеса, а потом оказалось, что SEC подала апелляцию против решения суда Ripple, да. Но я думаю, что это сразу было известно, они просто потом сказали, и Ripple вот в этом моменте был, он залился как раз дальше. И вернулся обратно таки ниже вот этого диапазона 0.55-0.57. Это плохо уже, что он туда обратно вернулся. И слили все движение. Вот это движение, видите, полностью все обратно. Хорошо, я тогда был продавал по 0.9. И обратно, у меня там была долгосрочная позиция. И я обратно откупил по 0.7. Я не знал, что такое будет происходить. Конечно, если бы знал, бы можно было продать и откупить там по 0.45 или 0.50. 0.5, ну 50 центов имеется в виду. Поэтому пока Ripple, конечно, слили обратно. Вот это, ну, посмотрим, как будет неделька, конечно, потому что неделька пока что прошлая закрылась нормально. Ну, вот у нас, если взять вот так, вот, да, там 0.5 и 0.55 на недельке, то, в принципе, закрылись неплохо. Посмотрим, какая это будет. Если это закроется, например, на 0.55 или 0.57, вот это уже будет хорошо. Лучше 0.57, чтобы закрывалось. Тогда, может, пойдет дальше. Ну, пока что, видите, обратно вернули, такое себе Ripple. Можно рассмотреть, где-то будет Алангетс, можно где-то отсюда вот рассмотреть 0.49,7. Ну так, вот сейчас вот, говорю, такая неопределенность, непонятно, что тут делать, честно, вот реально непонятно, надо вот будет наблюдать за этим. И еще Тезос у нас, Тезос, кстати, протестировал, даже пробил был лоу, вот этот, наверное, там сколько, трехгодичный или сколько этот лоу. Вот он пробил, был, вернулся, и вот сейчас обратно идет, возможно, где-то с 0.65 что-то будет, что-то он так себе смотрится, не сильно ликвидный, вот здесь красиво стоял, можно было даже зашортать его в моменте, и вот сейчас вот такая тоже неопределенность, но видите, пока сейчас рынок такой неопределенности, я поэтому сильно не лезу, у меня Solana была один стоп и все. То есть я пока сильно не лезу, я лучше подожду нормальное развитие ситуации, и потом уже можно заработать просто на большую сумму и сразу много. И ничем вот это сейчас штопать, сидеть, вот эти вот там микродвижения, как бы там по 2-3%. Поэтому как-то так. Ребятки, все, кто, у кого есть также желание, можете подключать Shitaka Markets, очень много инструментов, классный интерфейс, ну хороший MT5. И
хороший ввод вывод денег, поэтому рекомендую наши партнеры, брокеры Markets, поэтому также желаю всем отличного настроения, плюсовых прибыльных сделок и хорошего дня. Всем пока!